сейчас эта работа уже на таком уровне, что можно его поставить в кювету. Вся моделировка кончена, и мы можем начинать кюветирование. Теперь ставлю на работу уже первый гипс. Здесь видно, что я восстановил этим пломбом, который когда-то там ставлены были, давал природную вид. Потом врач может эту форму использовать, чтобы делать из этих зубов прекрасные, хорошие зубы, которые хорошо помогают пищу сломать. Теперь видно, что мы поставили второй слой гипса в кювету, чтобы обеспечить под собой идущие плоскости. Сейчас видно, что эти плоскости, которые идут под собой, тоже заполнено с гипсом. Первое покрытие кветы будет с этого материала. Это адрес, откуда его можно заказать. Будем накладывать эту массу. Здесь очень важно, чтобы на зубах был чуть-чуть массу больше, чтобы я могу делать туда закрепление будущих зубов. Все это надо делать, чтобы это было гладко. И спателем делать его так гладким. И здесь попытаемся нажимать все эти плоскости. Потом сюда будет еще дополнительная масса. Все это надо аккуратно закрывать. А этот масс. Теперь я буду заполнять внутреннюю часть
нашего работы. Это надо ждать, пока это все будет полностью такой гладкий. Так, и спателем делаем его, чтобы под собой идущие плоскости все были заполнены. И сейчас мы будем покрывать этот лаборсиль с этой массой, которая дает очень хорошую точность. Сейчас наша работа уже на этом уровне, что мы можем закрывать с гипсом эту работу. И пойдем загипсовать. Благодаря этому силикону я могу открывать эту кювету холодную. Вот так. Здесь видно все эти рисунки, что я сюда делал. Теперь я буду эту открывать отсюда. Этот плоскость должен покрывать с изолантом. И теперь очень важно, чтобы сюда мы просверливались каналы, которые будут терзать нас массы. Везде вот здесь надо просверливать каналы. Для этого, чтобы выдавливалась лишняя масса, и эта масса, которую мы сюда в форму поставим, держался на месте. Можно идти и сверливать эти дырки, каналы, значит. И будем сверлить дырки. Мы видим, что все эти каналы у нас готовы. И можем уже идти на это, что воск заменит на материал зуба.
снять воск. И это надо очень осторожно снять, чтобы не сломать эту моделировку. Я начинаю с этого стороны. Когда отсюда я снял уже, тогда пойду сюда, в центр зуба. Буду отсюда снять. И наконец мы будем снять отсюда. Следующий этап будет уже такой, что будем снять отсюда с лингвального и с букального стороны. И даем место для первого слоя зуба. Сейчас они выглядят вот так. И зубы мы будем делать с этого массой. Это будет первый слой, инцисал. Пока вторая работа ждет времени сушиться там, я вам покажу, как я делаю свою работу. Здесь видно, что у него есть только один свой зуб, и надо восстановить весь челюсть. Я делаю эти зубы все моделированные. Ну, здесь видно, как врачи запломбировали такую красивенькую, плотненькую. Но этот зуб, к сожалению, не кушает. И коробочные зубы я дополняю отсюда с воском и делаю дополнительную моделировку, чтобы получить более-менее естественные зубы. Здесь видно контакт своим зубом. Это надо соблюдать, чтобы эти моделировки совпадали с этим, что там внизу напротив, антагонистами. И здесь видно, что вот эти зубы, которые сейчас из гипса, они естественные слепки живых зубов. Они очень много различаются с коробочных зубов или из пластмассовых гарнитурных зубов. Теперь я могу показать, как я делаю моделировку на деснах. Когда уже спателем обработано, тогда возьму маленькую резинку и очень нежными движениями я делаю воск очень гладким. Когда этот воск у меня гладкий будет, тогда форма будет очень гладкой. И когда гладкий форма, тогда работа тоже будет гладкий и хороший. Вот видно, что вода уже идет на воске в капельках. Значит, плоскость воски очень
хороший уже. Сначала я вот делаю эти ложбинки, где у человека находится в тесне корень. Здесь как будто конец корня. Это у меня поэтому открыто, чтобы я видел, что вот эта толщина этого края очень ровненький. Вот здесь видно, что здесь пузырек. Это обязательно надо ликвидировать отсюда. А то у нас в форме будет потом нехорошее место. Теперь здесь видно слепки от спателя. Вот это место, где здесь пузырек был. Сейчас этого нету. И теперь будет полировка воска с резином. Вот видите, все это идет прекрасный, хороший, злой воск, который уже дает нам хорошую форму. Это легче делать сейчас, когда работа в воске, потом очень легко эта работа полируется и будет потом сиять. И сейчас мы ведем эту массу на место. Так, и потом с пленкой мы делаем это все ровным в этом форме. Теперь мы покрываем это с пленкой и ведем эту сторону сюда. Закроем кювету. Теперь открываем кювету, посмотрим, что получилось с прессованием. Видно, что здесь масса все вошло. И теперь очень-очень осторожно будем эту открывать. И как мы видим, масса заполнялась все, что нам было нужно. Здесь все это покрыто. Сейчас мы видим, как я снял опять слой, чтобы поставить тентин, вторую массу. Здесь это все уже сделано. Это накладка онлей. Можно тоже делать трехцветный, который потом, если врач хочет, может закрепить сюда. Так, снимается вот это все. Вот так. Потихоньку мы будем снимать.
Работа очень красива, должен быть, поэтому очень осторожно, чтобы не получились ошибки. Сейчас мы видим, что мы давали для Трентина помещение. Вот эта форма у нас будет этого Трентина сейчас прессовать. Очень важно, чтобы здесь были бы эти поверхности так моделированы, чтобы мы достали этот коричневый цвет шейки и здесь наверху на бугорках. Теперь мы видим, мы поставили сюда вторую массу. Это будем опять закрывать тонким. И потом толстым пленким. Ну, сейчас мы видим, как у нас получилась вторая масса Трентина. Так, обе стороны хорошо видно. Сейчас мы сняли уже последний слой, чтобы поставить темную шейку. Здесь видно все это. Сейчас мы видим, как выглядит этот зуб на самом деле, куда мы хотим поставить онлай. Здесь тоже будет дополнительное покрытие, если врач хочет его поставить. Сейчас я буду показывать. Вот на такой уровень надо снять воск. Но сейчас мы видим, поставили уже третью массу. Все это мягкий. Теперь мы видим, мы варили зубы. Я давал температуру 1 час. Для этого, чтобы эти концы каналов не прихватили моего зубного масла, для этого я здесь изоляцию поставил. А это копия с этого. Видим, мы открывали вот эту форму, и здесь у нас зубы. Вот эти здесь нужны для этого, что когда мы это все разрезаем, чтобы это держался на месте, пока когда мы будем поставить вместо этого воска массу. Но теперь мы будем обработать эти зубы. Очень надо следить, чтобы с этого линии сюда дальше не пошло это сверло. И так, очень медленно и аккуратно мы вычистим эти зубы. Самый последний я работаю с алмазным инструментом. Этот инструмент делан так, что
эти отсюда отшлифованные, чтобы сейчас возьмет эта сторона, сейчас это. И очень медленно, спокойно мы даем этим зубам эту фигурацию, которую мы хотим. Это, конечно, возьмет времени. Но если делать эту работу с любви к этому работу, тогда время вообще здесь никакого важности не имеет. Сейчас я могу вам показать недоработанную плоскость на бюгеле. Здесь, конечно, очень хорошо видно, что у техника было очень срочно надо эту работу делать и не делал красивую эту. Теперь у этого человека проблема, потому что один кламер скусал у него зуба. Здесь, конечно, еще видно вот эти поверхности, чем человек кушал. Здесь видно вот эти коричневые полоски, что зуб не был обработан довольно хорошо перед этим, как его поставили в пазис. Так. Здесь видно место, где раньше был у человека зуб, но из-за кламера этого зуба нету. Потому что внутренний этот кламерный поверхность был недоработан, и этот как напильник скусал. Следующий зуб, который будет в опасности, уже это. Здесь, на этом зубе, все уже кламеры свою работу сделали. Вот здесь тоже видно, что как этот зуб сломается. Это не мой сделанный бюгель. Сейчас эта работа попала ко мне, потому что есть проблема, что зуб скусан. Вот как выглядит карнитурные зубы, которые ставят у человека на работу. Эти зубы не работают, они плоские, как аэродромы. Это место есть. Отсюда срезан кламер, который скусал эту зуб. Эти кламеры, которые литые, они очень такие жесткие, и они могут сломаться. Здесь это один облом видно. Мне надо теперь делать дополнительную кламеру, чтобы этот человек смог снова кушать с этим. Я делаю сюда такой кламер. Вот эта поверхность, которая коснется зубом, это должен очень-очень хорошо полировать, чтобы не стиралась зубная плоскость, откуда потом идет дальше кариес. Но сейчас мы можем смотреть вот этот мой полировка и вот эта работа в таком состоянии ко мне пришел с такой уровней полировки. Неточность этого работы покажет вот эта щель между зубом и кламером, бюгельным телом. И вот здесь
я поставил несколько слоев фольгу, которые между зубом и кламером. Благодаря этому, конечно, этот суп еще не стирался. Видно, на каком уровне и по какому линию этот кламер идет. Когда я ставлю свой кламер, тогда вы видите разницу. Здесь теперь видно, как я закрепил этот кламер. Это я заполняю еще с воском и буду передавать другому технику, который будет здесь поставить гарнитурный зуб. Чтобы косметически это выглядело хорошо, но физиологически этот гарнитурный зуб никогда не дает это, что живой зуб человека. И теперь видно этот кламер, который я делал для этого работы. Ну, теперь можем сверху смотреть этого кламера. Мне нравится металл обработать. И обработать эту часть этого работы с совестью. После этого, когда мы открывали кювету, мы будем очень осторожно снять этот гипс, который загружал этого работы в кювете. Здесь видно вот эти канальчики, которые заполнялись маслом, которые держали этого зуба на месте. Вот отсюда все этот гипс будем осторожно снять, чтобы ввести эту работу обратно в артикулятор и можем моделировать верхние зубы.